Всем привет! Сегодня мы будем проверять баг на Мистик. Я вот возьму волка. Нужно в онлайн вроде зайти, получается. Ой, да, мне нужно подключить интернет. В смысле, что не включается, ну ладно. Да, простите за звук, если что. Да блин, да что такое? Меняем вот регион. На Египет. Древний Египет. Создать игру, и там максимум игроков должно быть 2. Создать. Заходим. Что так долго звучит загрузка? Ну ладно. Все. Теперь нужно идти к секретному боссу в пирамиду. Бежим, бежим. Можете сразу перелистнуть. Я тут долго буду бежать. Ой. Вот, бежим к этому боссу. Он где-то тут, что ли? А, нет. Не тут. Значит, тут. Я уже потеряла, где этот босс. А, вот, все. Тут нужно встать примерно. Сесть. Да, сесть, извините. Где-то примерно куда там она вставала. Где-то вот сюда. Сесть. О, идеально прям. И открывать сундуки. Пока у меня не закончатся деньги. О, лев, кстати. Ой, глаза тоже легендарные выпали. Но мистика пока не было. Также опять легендарный выпал. И действие дубликат. Один дубликат, опять один дубликат, короче. Опять же, глаза легендарные, действия легендарные. Если этот способ и не работает, зато я выбила много интересных штучек. Пока нет ничего. Какой у меня там денег еще осталось? 33. Эликсир опять выпал. Петелье легендарное. И такое тоже. Опять редкое легендарное выпало. Вы видели? Вы видели? Вы серьёзно? Вы видели? Так, что-то мне выпало. Ой. Мне на это выпало серьезно?
Вы серьезно? Офигеть! Офигеть, этот метод реально работает? Но я не знаю точно, что он работает. Может, мне просто повезло, но реально, это вообще пипец. Я так рада, просто. Все, всем пока тогда. Да блин.